я бы хотел заменить водительское удостоверение. Присаживайтесь. Водительскому удостоверению Юрия Иншакова 10 лет. Пора менять. Но вместо ГИБДД Юрий обратился в ФЦ. Пакет документов для замены прав нужен тот же, но время существенно экономится. Он должен прийти с паспортом, сверяющий личность, замена с удостоверением, которое подлежит замене, госпошлина в размере 2000 и справка медицинская о прохождении соответствующих врачей. Госпошлину можно оплатить прямо на месте, не выходя из офиса «Мои документы». Здесь же можно сделать фотографии. Займет это не более 10 минут. Близко находится к моему дому. Во-вторых, здесь обслуживание очень хорошее. Для меня очень удобно прийти сюда в любое для меня время. И как бы я хотел обратиться в ГАИ, но там по определенному времени, запись там больше 10 дней. Вот. Ну, как бы здесь, так сказать, лучше всего. Услугу по замене водительского удостоверения в ФЦ предоставляют с 1 февраля этого года. За это время в Центр «Мои документы» заявление на замену прав подали более 2000 жителей области. Только в центральный офис обратилось 630 человек, причем 560 из них уже получили удостоверение. Обратите внимание наших граждан, жителей Липецкой области, хочется на то, что в наших центрах можно заменить водительское удостоверение по истечении срока его годности. То есть по истечении 10 лет, пожалуйста, к нам за замену водительского удостоверения. Получить водительское удостоверение также можно в офисе «Мои документы». В ГИБДД ездить не надо. В МФЦ новые права придут в течение 5 дней после подачи документов. Ольга Родина, Роман Авраменко, Липецкое время.